У центрального входа строительного супермаркета почти мертвая тишина. У дверей скучает охранник. Путь преграждает сигнальная лента. Представитель магазина не готов к неудобным вопросам. Идет на хитрость. Вы покупатель? Мы уже общались с приставом. Знакомый. Сотрудники группы быстрого реагирования, видимо, тоже. Среди рулонов линолеума, блестящих водопроводных кранов и керамической плитки судебные приставы появились в обед. Визит стал полной неожиданностью для персонала маркета на Всполенском поле в Ярославле. На исполнение службы судебных приставов поступил исполнительный документ о наложении ареста на товары, заложенные по договорам залога. В залоге у коммерческого банка были строительные и отделочные материалы на сумму в 50 с лишним миллионов рублей. Теперь этот товар, видимо, арестуют и продадут. Есть решение суда. Управляющая маркетом от комментариев воздерживается. Видимо, наступили нелегкие времена. Полки пусты, повсюду телеги, товар разбросан. Магазин не работает уже неделю. Где продолжат торговлю и продолжат ли вообще, сотрудники не знают. Некоторые ищут себе новое место заработка. Сейчас одна задача — вывести товар. Маркет съезжает. Елена Смолина работает в магазине меньше года. Говорит, коллектив отличный, покидать жаль. Плачевно. Спасибо. Арестованный товар оставят на ответственное хранение. Правда, кто будет за ним следить, непонятно, ведь магазин-то съезжает. Георгий Колчин, Сергей Мазилов, оперативное вещание.